прочитайте. Да ты что, охуел? Ребята, всем здорово. Саныч на связи. Надпись. 5 лет совместной жизни выглядят вот так вот, типа там рыгают, пердят, я не знаю. Но обязательно это должен делать только мужчина, женщины никогда же этого не делают, да. Ребят, я не знаю, не, ну у меня не было таких отношений, там, что были не по 5 лет, как бы, там максимум пару месяцев, как бы это было в моей жизни. Я не приверженец там, таких длинных, серьезных отношений, мне нахер не нужны. Но сам смысл, даже если к чаечке уже привыкал там настолько, типа, что я могу раскрепощаться как бы перед ней, как бы, но я такого никогда не делал, как бы, ну зачем? Блин, ну это такое настолько личное такое дело, человеческое, как бы, да, и женское, и мужское, как бы, зачем это все это выносить, так сказать, на чаечкин обзор, да? Ребята, пишите, пишите в комментариях, позволяли ли вы себе такие вот интересные моменты в отношениях. Или, может быть, ваши чаечки такое же делали.